Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Хороший ресторан, правда? Вот свободный столик. Садитесь, пожалуйста. Иван, вы хорошо знаете Москву? Конечно. А вот и официантка, девушка. Минуточку. Девушка, можно посмотреть меню? Вот, пожалуйста, меню. Так, закуски. Московский салат, красная и черная икра, колбаса, сыр, напитки. Пиво, водка, вино, минеральная вода. Людмила, что вы хотите? Девушка, дайте бутылку водки и бутылку пива. А вино у вас есть? Конечно. Какое у вас вино? Красное и белое. Принесите мне белое вино. Да-да, конечно, принесите белое вино. А сколько стоит икра? Ого, икра очень дорогая. Принесите мне, пожалуйста, икру. А мне сыр и черный хлеб. А мне белый хлеб, пожалуйста. Это все? Да, это все.